Меньше 2 часов осталось до совещания Россия-АСЕАН в Лаосе. В нем примет участие Сергей Лавров, глава российского МИДа, уже встретился с коллегами из Канады, Новой Зеландии и Брунея. В этом году исполняется 20 лет сотрудничеству России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. В первую очередь дипломаты говорят о безопасности в регионе, в том числе территориальные претензии разных стран в Южно-Китайском море обсуждают. В организацию, напомню, входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Завтра Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Джоном Керри. Интересно, о чем же пойдет речь?